Всем привет, ребята! Вы на канале Бездорожье, меня зовут Булгаков Данила. Давно не было видео сноубордических у меня, поскольку не сезон, так сказать, было лето. Мы занимались непонятно чем, кто чем. Я вот снимал огородные всякие темы. Но тем не менее, наконец-то наступает зима. Кстати, у некоторых, я знаю, уже наступило. В Шерегеше, по крайней мере, я видел видео, там уже катаются люди. Так вот, что называется, готовь стани летом, а сноуборд тоже готовь летом. Поэтому сейчас расскажу, как выбрать сноуборд начинающему. И в частности будет видео конкретно посвящено тому, как выбрать сноуборд по длине. Вот мой сноубордик, ребятки, соскучился уже по нему. Значит, для того, чтобы выбрать сноуборд по длине, ставим его на пол. И подходим к нему вот таким вот образом. Вот так вот. Ваш сноуборд идеален для вас будет, когда его длина будет не превышать носа. И будет он не ниже подбородка. Это идеальная длина сноуборда для вас будет. И есть, конечно, разные варианты сноубордов. Есть сноуборды для фристайла, есть сноуборды для фрирайда. Они тоже отличаются по длине, как правило. Вот. Но это я расскажу в других видео. А также в других видео я буду рассказывать, как выбрать сноуборд по жесткости. Так что не забывайте, подписывайтесь. И наконец-таки я даже сам рад буду снимать сноубордические видео для вас. Всем хай, хорошего катания!